Когда у нас речь идет о пациенте-мужчине, то мы с вами сказали, что для мужчины нужны определенные моменты. Первое – это процедура незаметна для окружающих, безболезненно, максимально эффективной, с минимальным количеством точек введения. Эффект должен увидеть сразу, и на коже у мужчины-пациента, мы с вами сказали, в зависимости от того, какая у него кожа, соответственно, могут периодически появляться покраснения, шелушения и быть признаки себоррейного дерматита. Поэтому перед нами с вами пациент, которому проводили сочетанный протокол. Мы ему проводили процедуру коррекции Princess Volume, работы в области подбородка, в области углов нижней челюсти. В области подбородка препарат был введен непосредственно в одну точку, супрапериостально, для того, чтобы вытянуть слегка подбородок. У пациента не было запроса на активное, на резкое изменение его внешности. То есть это была у него первая процедура. Ему хотелось немножко сгармонизировать лицо, но не сильно заметно для окружающих. Поэтому большое количество объема препарата мы не брали. И со стороны углов нижней челюсти в технике векторного лифтинга для того, чтобы укрепить каркас и создать более плотный, более акцентированный угол нижней челюсти. Кроме того, мы проводили биоревитализацию. Мы с вами сказали, что у нас с вами пациент мужчина, поэтому биоревитализация проводилась по точкам. Для того, чтобы было, первое, мы не наносили анестезию. Второе, у нас было минимальное количество точек, чтобы пациенту было комфортно. Но при этом у пациента изначально есть признаки себоррейного дерматита при осмотре. Соответственно, есть шелушение, есть раздражение. И для того, чтобы это убрать, мы провели ему процедуру биоревитализации. И сверху, для того, чтобы сделать более четкое, более свежее лицо, для того, чтобы улучшить состояние кожи, убрать то шелушение, которое есть, проводился химический пилинг с экспозицией 1 минуты, небольшой экспозиции для того, чтобы не спровоцировать раздражение у пациента. И наносился Seasons Chrono, препарат всесезонный, химический пилинг, который позволил пациенту за одну процедуру еще и улучшить цветность лица.